Уже не первый год в СамГДУ проходят мероприятия, посвященные празднованию победы в Великой Отечественной войне. В гости к вузу были приглашены ветераны, для которых наши студенты подготовили целую программу. А ректор университета выступил с торжественной речью. Мы все с вами пойдем служить нашей родине и сделаем все то, что сделали когда-то наши предки. Не отдадим ни свои природные ресурсы. Студенты военной кафедры возложили венок памятнику у первого корпуса, чтобы отдать дань памяти участникам событий тех дней. Своими впечатлениями от мероприятия поделился Георгий. Мне очень понравилось это мероприятие, так как сюда приглашали ветеранов, оказывали им память и уважение. Также мне очень понравилось выступление наших ребят с политеха. И пусть года бегут, а поколения сменяют друг друга. Но мы не забудем того подвига, что совершили наши деды и прадеды. Низкий им поклон и спасибо за чистое небо над головой. Юлия Алимова, Екатерина Яновская, телеканал Политех ТВ.